Привет, мир! Привет, мир! У нас наконец-то настает тот момент, когда мы закончили с обрешеткой, привезли уже в прицепе, вот у нас тут прицеп стоит, в нем уже ОСП 12 мм толщиной, и сегодня мы его должны закинуть наверх. У нас прошел буквально там час назад дождичек, солнышко пригрело, все уже подсохло, и прям как лето. Ну не все подсохло, лужи стоят, тучи с той стороны страшно, оно сейчас может все обратно вернуться. Я надеюсь, что мы быстро это все сделаем, потому что прицеп очень тяжело, там достаточно большая, ну, кипа этих лесов. Вот, сейчас поднимусь наверх, объясню, ну, все нюансы, потому что кто-то пропустил перед тем, как укладывать эти листы. Чего? Я снимал, конечно, да. А то мне погнали? Можно... Да, погнали, меньше слов надо делать. В общем, перед тем, как укладывать ОСП-листы, объясню сразу. Те, кто строит сам, кто пропустил, здесь у нас уложена на стропили ноги ветровлагозащита. На ней, получается, полутораметровые контрабрешетки, потому что мы все поэтапно рулоны раскатывали, ветровлагозащиты, я уже объяснял это. Контрабрешетка прибита гвоздями по 5 штук на вот эти как раз 1,5 метра, 120-е гвозди. На них укладывалась обрешетка дюймовка, 25 мм, соответственно, и пробивалась гвоздями 80 мм, причем под углом. Я специально не дозабил два гвоздя, чтобы показать, вот так вот они забивались. Я редко забиваю под прямым углом гвозди. Вот так, во-первых, они не будут дырявить ветровлагозащиту, потому что под углом здесь 80 мм. Ну и они под углом, соответственно, не достанут ее. Ну и плюс будет крепче доска держаться за контрабрешетку. Свесы, кстати, говорили, что маленькие, но я еще дополнительно оставил 80 мм для того, чтобы можно было вот здесь вот. Для того, чтобы можно было вот здесь сделать окантовку лесенкой из дюймовки, либо из 50-ки. И она, соответственно, перекроет вот эти все торцы 300-х досок. Получается, так как свес крыши у нас тоже небольшой, 250 мм, здесь подшивается сплошняком доской. По 150 мм у нас доска. Соответственно, вот 300 мм сплошняком подшито. И отсюда я вел подсчет вверх. Будет, получается, ОСП укладываться снизу вверх. По 1250 мм я вымерил. То есть, получается, расстояние идет 1250 мм с учетом ширины ОСП листов. Ну и, соответственно, они будут все укладываться на обрешетку. Ну а сверху то, что останется, по-моему, там 370 мм, я полоски буду потом подрезать. Так, расстояние. Соответственно, у меня получилось, с учетом того, что у меня дюймовка 150 шириной, между ними расстояние 162 мм, за исключением крайнего, там 200 мм, и первого, там тоже 200 мм. Но это опять же в зависимости от длины вашего ската, там вы сами все рассчитаете, но вот получилось у меня, по моим расчетам, 162 мм между 150-кой. Так, теперь разгружаем наш бедненький прицеп, а то он там просел хорошенечко. ОСП вроде влагостойкая, как в характеристиках было указано. Но оно прям с виду гладенькая такая, чем-то обработано. Вот, берем и погнали! Все движется. Уже почти половина готова. А, хотя нет, 4 листа и будет половина. И все, это уже в меньшую сторону, получается, уходит. Да. Не знаю, насколько аккумулятора камеры хватит. Скрепляю все шурупами. Разными. Ну, в основном 50-ка у меня. Вот, но где-то
приходится применять и крупнее шурупы вот здесь, к стропильной ноге, чтобы притягивать. Ну, а где-то коротенькие, где обрешетка. Все листы идут, естественно, в разбежку. То есть половину мы отрезали, поставили с краю, а от него уже потом пошли целые листы. И вот потихонечку, вот здесь вот кусочек останется где-то, я говорил, 370-400 миллиметров. И продвигаемся вперед. Давай. Да. Сейчас на убывание пойдет через 4 листа. Снизу подцепляем УСП вот такими вот крючками. Это стяжки обычные, автомобильные. Не знаю, сколько тонн, но в принципе удобно. И по доскам потом я этот лист поднимаю. Вот так вот ставится, потом потихонечку его распределяю. В последний момент мне в голову такая мысль пришла. Увидел их и такой, надо это попробовать. Ну, вроде получается, уже половина закинули. Так, где эти? Правильно говорят, гусь свиньи не товарищ. Причем выпускаем их утром, они обычно сразу в пруд, сразу плескаться, купаться. Что-то за траву принялись и в пруду так пару штук покупались и вышли. Я, кстати, увидел, что они нам поцарапали немножечко сверху пленку. Ну и понятно, она чуть-чуть ушла. А так, эта пленка у нас 3 года назад, мы ее поставили на пруд. И она стойкая к прокалыванию, мы сами проверяли ее ножом. Ее ни один грызун не прорвал, мы смотрели по периметру, они пытались прогрызть. Но наши гуси смогли это сделать, потому что, скорее всего, они выходили с какой-то стороны. Вот стой, я залатал уже, там есть заплаточки, поставил. И они, видать, на одно место вот так вот царапали и пару царапин оставили. А так, в целом, вот кто спрашивал про нашу пленку, это пленка от компании NPF Shar. 3 года, вот как я уже сказал, мы сделали пруд, сами выкапывали все, сами стелили, показывали это на видео. Мы ищем клад. И мы очень довольны этой пленкой, потому что, ну, она очень спасает нас. Во-первых, у нас водоплавающие гуси, они здесь плескаются, и воду пьют, и чистятся. И плюс я на будущее хотел потом переделать этот пруд под пруд для рыбы. Вот, так что эту пленку можно смело использовать и для водоплавающих, и для рыб. Но надо учитывать, что гуси могут все-таки ее где-то порвать, поэтому камней, скорее всего, можно закладывать больше. Плюс она не замерзает, и мы оставляли ее на зиму, естественно, она выдерживает минус 80 градусов, когда снег, вода, вот это все замерзает, там лед, ей ничего не было, то есть нигде ничего не порвало, она не треснула из-за морозов, да, даже вот эта вот светлица, которая у нас на теплице, она также выдерживает такие же температуры, и срок службы у них не менее 5-7 лет. Так что я лично доволен этой пленкой и смело могу рекомендовать. Ссылку мы оставим в описании под видео. Вот. Сейчас вот вода наберется. Я включил немножко воду, чтобы она хотя бы по уровню выше поставил, заплатки поставил, и воду набираем. Да, забыл упомянуть, что пленка достаточно эластичная, и поэтому вы можете менять, если захотите, форму вашего водоема. Плюс пленку можно использовать и в строительстве навесов, колодцев, складских помещений. Гуси пили как раз меня. Здесь в пруду очень много перьев у них, и я очень
довольна тем, что мы выбрали именно голубой цвет, потому что вот в компании MPF Shark пленка для прудов есть двух видов, черная и голубая. Но черная была, она была просто черная, а так вот красивый голубой оттенок. И вот это вот место, про которое Тёма говорил, оно вот находится вот здесь. Вот видите, здесь царапали пленку. Там есть заплатки. И то есть здесь дырка есть, а здесь, по-моему, даже дырки нет, просто царапины. А вот здесь вот очень глубокий порез. Сейчас я поближе это подсниму. Но мы воду не дырки прям нету. И заплатки Тёма вот здесь вот уже поставил, потому что здесь все-таки они это дорвали. Вот это вот излюбленное место, откуда выходят гуси. Мы им сделали другое место, вот где там Тёма стоит. Но почему-то они там перестали выходить. И вот смотрите, сколько раз они здесь выходили своими когтями. Ну, вы знаете, какие когти у гусей. Видите, как они ее поцарапали? И то нету дырок. Это просто вот царапины. То есть отсюда вода не будет уходить. Шок-контент, что называется. Поэтому для гусей нужно продумывать хорошо подходы к пруду. Если вы захотите сделать, я бы, допустим, камешков туда на дно сделал и закрыл бы периметр, и вход сделал с одной стороны только. Да, надо будет нам, наверное, немножечко пруд наш переделать, и с учетом вот как раз вот этих нюансов, что пленку надо везде закрывать для гусей. С учетом опыта, да, утки не знаю как, возможно, у уток нет. Да, так же, наверное, когтей. Будут ковырять везде своим клювом. Можно. И тоже где-нибудь, потому что я думаю, вот если здесь они еще долго-долго будут ковырять, и здесь долго-долго будут выходить, здесь нет-нет, да дырка будет. Видите, здесь какие эти, ну это не дырка. Понимаете? Я заклеил там дырки, где нашел, вот, но так быстро вода, конечно же, не будет, в течение нескольких дней ушла, вот, но для рыб такие пленки спокойно можно использовать, у них когтей нет, 150, поэтому, наверное, можно 3 метра глубиной и на зиму оставлять там каких-то рыб, кто там зимует, вот. Ладно, пошли, а то эти гуси сейчас придут, пускай покупаются. На том же месте в тот же час мы вернулись, поспали, поели и вернулись назад. Осталось у нас 9 листов со вчерашнего дня. Закрепить на крышу ОСП-панели и все, можно будет потихонечку начинать установку гибкой черепицы. Я думала, мебель уже можно заезжать. Мебель? Заезжай, живи, конечно. Я пленкой натянул, здесь вот оконный проем и дверку сделаю, такую какую-нибудь из одеяла. И можно заезжать. Конечно. В общем, так, ну что, сегодня намного меньше осталось работа, и плюс погода радует. Вчера дождь был, приходилось от него скрываться периодически, а сейчас солнышко светит, настроение. Вроде бы говорят, то, что хорошая погода уже будет. Лето уже настало, уже, да. По грибы надо ходить. По грибы, по ягодице, да. В общем, все, погнали, 9 листов осталось. Итак, мы начинаем заканчивать крышу. Начинаем заканчивать. На этой стороне тащит Тёма последний большой лист. Остальные там кусочки будут. Потом то же самое на той стороне повторим и все. Но там будет быстрее, потому что мы уже знаем, как что делать.
аккуратненько. Ой, молодец. Не муж, а золото просто. Хорошо, что он меня не слышит. Наконец-то. ОСП уложено. Теперь следующий шаг. Специально я на карнизе ничего не закручивал, ОСП не скручивал, потому что нам нужно сейчас с определенным шагом, а это у нас будет он 500 там с копейками, надо посчитать еще раз, крепление для желобов водосточной системы. Попробовал, насколько они крепкие, их не согнуть вообще? Ну да, я посмотрел, они сразу там 3-4 миллиметра толщиной, и гнуть их, я взял этот арматурогиб, на нем будем гнуть. И, соответственно, нужно будет их гнуть, ну, размечу сейчас, покажу как. Вот, и получается, у нас сток будет с одного угла, и с другой стороны воронка будет, и, соответственно, сток с другой стороны. Поэтому мне нужно от центра и уклон делать в стороны. И получается, у нас разуклонка будет, если с учетом на каждый погонный метр нужно делать 3,5 миллиметров, я возьму 4 миллиметра, сколько здесь получается, 8, ну где-то около 4 сантиметров нужно делать уклон. Я что смотрю, вот. Вот, это тоже хотел показать. Заранее вам этот, раскрываем, это цвет нашей кровли. Чуть попозже покажем текстуру, вот, это... Это получается планка карнизная, вот она сразу идет с гранулятором. Это, ну, крошка, она на этой, на гибкой черепице, и чтобы она как бы сливалась, она как бы одно целое. Карнизная планка для того, чтобы вода стекала с кровли и сразу уходила в желоб. Вот как раз таки мы под эту карнизную планку сейчас будем крепить вот эти вот кронштейны. Сейчас мы сделаем, там понятнее будет. Да. Начинаю, получается, отсчет. Где будут кронштейны крепиться, в центральной части дома. Отсюда пойдет сток вниз до углов. Так, мне здесь немножечко неудобно, но вот я покажу, что начинаю с самой высокой точки, и нужно так ставить кронштейн, отметку сделать, чтобы между, получается, направлением ската и вот этой точкой кронштейна было не меньше 1 сантиметра, чтобы вода потом не выливалась мимо желоба. Так, 15 креплений уже подготовлено, осталось их только погнуть. Видите, я указал нижнюю точку и верхнюю. Здесь не видно, я карандашом просто проводил. Ты вот по вот этой линии будешь их вот так вот гнуть и потом туда вот их... Очень часто в комментариях как раз и спрашивали, я смотрел обзоры у Технониколя, допустим, вот к водосточку как ставить. Там тоже люди спрашивают именно про это. Нет, ты же берешь с нижней точки, Но. Значит, ты от каждой нижней точки и будешь гнуть. Просто перпендикулярно. Я ничего не поняла, но если ты понял, хорошо. Короче, если вы поняли, кивните в комментариях. Все такие тебе там, да. Уже шестое крепление у меня идет. Я пазы выбираю паркеткой аккумуляторной. На всякий случай натянул нитку, но она ничего не дает, потому что у меня углы там плюс-минус разные. Я гну по-разному. И буду, когда желоб ставить, соответственно, все это в одну линию выровняю. Ну вот, в общем, вот таким образом это все скрепляется. Надо еще подрезать немножечко. И шурупами затягивается. Итак, первая половина готова. Приступаем ко второй. Следующие 15 креплений. Наверное, надо будет в будущем использовать для гиба другое устройство, нежели арматура гиб. Потому что здесь паз широкий, ну под арматуру, соответственно, 12-ю. Поэтому есть закругление на углах. Ну и плюс, там, где отверстие, рядом с отверстием нужно гнуть, он гнет больше либо меньше. Поэтому, скорее всего, придется использовать тиски, но зато будет намного четче и без углов закругленных. В 7 утра не так уже тепло, середина августа и 10 градусов на улице. Бодрячком, вот, даже гуси оживились. Вот, с утра прямо едем на стройку, продолжать укладывать черепицу на крышу. Сейчас все подготовим, поедем. Сегодня мы заберем также планку.
такие торцевые они, и левые, и правые бывают. Также понадобится нам еще мастика и праймер. Компрессор возьмем, проверим, вообще хватит его нам для забивания гвоздей. Сразу пневматический нейлер купили недорогой, вот, кровельный. Будем проверять. И, конечно же, подкладочные ковры. Только наслаждались недавно пением птиц. Приехали на стройку, тут 20 триммер сразу включили. Да. Мы собрали все инструменты, стройматериалы. Ну, по минимуму начнем. А там уже будем потихонечку подвозить. Все в прицеп закинули. И начинаем укладывать гибкую черепицу. Ну, подготавливать гибкую черепицу. Все. Начал я устанавливать карнизную планку. Вот, специальные кровельные гвозди я забиваю в шахматном порядке. Расстояние между ними, ну, плюс-минус 120-150 миллиметров. Попробовал забивать нейлером, но вот видите, как он через раз забивает по два гвоздя. Возможно, я неправильно его настроил, возможно, он просто не предусмотрен для вбивания через металл. Но на гибкой черепице его попробуем обязательно, он как бы является кровельным для гибкой черепицы. Ну, пока вот так вот. В принципе, красиво получается. Итак, карнизные планки уже все на месте. И я закрепил уже страховочный трос. Вот. И вот каплю закрепил. То есть она вес мой держит. А если перемещаться, то, ну, простая капля, в принципе. В интернете таких полно. Вот. Потому что без страховки здесь будет опасненько. Так, теперь нужно подкладочный ковер устанавливать. Первый пойдет вот этот. Самоклеющий. Да, Underwrap Next Self. Да, он самоклеющийся. А потом вот эти вот. Будем первый, закреплять. Вот этот вот не надо мастикой замазывать, а этот надо. Сейчас этот уложим и покажем потом этот. Да. С подкладочным ковром мы уже дошли до половины крыши. Очень легко она устанавливается. И то, что вот она самоклеящаяся здесь первым рядом, очень даже хорошо. Сейчас покажем, как мы с тем вдвоем это делаем. Он страховку переставляет. Ну все так идеально ровно, мы сюда и пришли. Разглаживается хорошо. Сейчас отрежаем и приступаем ко второй линии. Она уже будет не самоклеющаяся. Здесь очень удобно, что прям даже нарисовано, где должны быть гвозди. Точно не ошибетесь. Там посередине указано. Везде все нарисовано. Так, мы уже дошли до второго края. Соответственно, вторую линию гидроизоляции мы уже восстелили, и Валя принесла мастику. Сейчас будем промазывать вот эти вот швы, которые мы оставили. Здесь промажем и самоклейку уберем, все склеим. И потом будем здесь, вот места есть, подбивать еще гвоздями дополнительно. Вот тот край точно так же надо будет промазывать. Потому что там еще будет торцевая планка. И ну, как раз там надо обязательно гидроизолировать. Немного мастики лишней намазал, здесь же самоклейка, вот, поэтому здесь не надо ничего проклеивать, просто отрываем пленочку, и она уже с битумной основой клеится сама. Мы устанавливаем сюда торцовочную планку, они есть правые и левые, вот это с правой стороны, и у нее, видите, с этой стороны гладкая часть, для того, чтобы следующая на нее... Вот я хочу вот здесь вот показать, ну, вот гладкую часть. Да, она с гранулятором с другой стороны, и она как раз этот шов перекроет, следующая планка. И все, закрепляем ее так же, как и торцевую, также в шахматном порядке гвозди, через 12-15 сантиметров. И вот здесь вот 2 сантиметра от края отступаем. Потом поверх этой торцевой планки мы будем укладывать уже гибкую черепицу. Слушайте, так красиво получается, прям вырисовывается уже крыша, прям очень. Очень мне это дело нравится. С Тёмой, кстати, отметили тот факт, что на каждой комплектующей вообще написано, с какой она стороны. Это очень удобно, потому что я вот человек, который путает лево с правой, а здесь написано торцевая, правая. Так, перед тем, как укладывать стартовую, нужно обязательно промазать битумом часть на торцевой планке, куда будет приходить стартовая полоса. И вот здесь вот стартовую планку нужно подрезать еще под углом для отбоя воды. Не заметили, как наступил уже обед? Только начали раскидывать гибкую черепицу. Вот, посмотрели примерно вот
такой вот рисунок должен быть. Поедем после обеда, продолжим. Мы уже приехали на обед, и я забыл сказать, что у нас многослойная черепица называется Country Alaska. Вот, мы смотрели, как она смотрится на домах. Достаточно красиво. Вот, и укладывается достаточно быстро, но опять же есть нюансы. Скинул фотки специалисту компании Технониколь. Он говорит, нет, здесь вот так чуть-чуть по-другому, здесь по-другому. И, ну вот, учили нюансы. После обеда будем немножечко исправим и недочеты, и будем ее уже укладывать. Она укладывается достаточно быстро. Я думаю, за полдня мы вот то, что настелили ковры, заполним это все гибкой черепицей. В общем, после обеда продолжим. Так, сейчас покажу, что мы сделали неправильно. После обеда уже приехали сюда. В общем, вот эту вот карнизно-коньковую черепицу мы не сюда прибили. А у нас, получается, можно без стартового использовать. Просто гонт смещается где-то, ну, на сантиметр выше торцовой планки. Вот сейчас попробуем все это убрать, потому что все это на битуме, и даже гвозди я забил. Вот, попробуем это все демонтировать, благо их всего лишь 3 штучки внизу. Демонтировали, исправляем ситуацию. Сейчас в качестве стартовой у нас будут основные ганты. Вот здесь промазываем, соответственно, мастикой вот эту часть полностью, здесь, наверное, 15 сантиметров, и уже укладываем правильно. Первый пошел, второй пошел. Так, каждый гонт мы прибиваем на 5 гвоздей, ну вот с краю еще не подбил, а так вот каждый, получается, вот этот зуб подбиваем гвоздем. Ну и, соответственно, потом следующий гонт опускаем ниже, в перехлест предыдущему. И получается, следующий мы подрезаем, в принципе, как удобно. Единственное, что перехлест оставлял не меньше 15 сантиметров. Одну часть мы с этой стороны ставим, и он как раз, видите, будет совпадать с кусочком. А второй с этой стороны, и он будет вот таким вот образом. Я стараюсь ставить, чтобы пустота и зуб совпадали, но можно, по сути дела, как угодно ставить, главное с учетом перехлеста правильного делать. Снова облачился я в страховочную форму, как ее правильно называть, не знаю, и планировал я добить вот эти вот участки гибкой черепицей, заполнить, но у нас дожди завтра-послезавтра начинается, поэтому надо все-таки под кровельный ковер полностью застелить и уже со спокойной душой потихонечку, когда будет погода нормальная, укладывать эту гибкую черепицу. Короче, погнали на быструю, на ускоренке работать. О, уже намного лучше. 1 из 10 или 20, наверное, не добивается, но это пока я не пристрелялся. Осталась всего лишь полоса одна на ускоренке. Это где-то 9 метров. Я притащил целый рулон. И я после обеда один, девчонки там будут разбираться в огороде, как они сказали. И, естественно, мне нужна поддержка здесь вот для этого рулона, потому что он тяжелый, здесь 25 метров. Под кровельного ковра. Ну и вот таким нехитрым способом упор сделал. И сейчас буду его укладывать. Здесь загидроизолирую еще дополнительно. И что самое интересное, все боялся, я боялся, думал, как бы мне не пришлось вот эту часть ОСП заделать. Специально ее оставил, чтобы ходить удобнее было. А здесь все отлично. Перехлест есть. Если дождь пойдет, то я здесь еще мастикой, конечно, промажу, то ОСП не намочит. Еще можно сверху досок положить, чтобы ее не телепало от ветра. Тёма уехал на стройку, я дома осталась, потому что здесь тоже есть дело, нужно урожай собрать, у нас дождь обещают. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. В общем, идем сначала выкапываем картошечку, хотим оливье сделать, очень давно оливье у нас не было. А потом надо лук собрать. Пойдем смотреть наш урожай. Иду здесь мимо лука, до картошки еще надо идти в другой огород. Ну вот, что я хотела вам сказать. Помните, мы дорожки вот эти вот делали? Снизу у нас там линолеум и на него известковый камень.
Вот прошло, по-моему, 3 года. Видите, как все это дело зарастает? И это при том, что девчонки уже 3 или 4 раза эти дорожки чистили. То есть чистили так, чтобы эту траву прям с корнем. Понятное дело, здесь морковь растет, ее еще не выкопать. Здесь лук. Вот эти вот грядки еще тоже заняты. А вот здесь дорожка вот вся. Есть одно маленькое место, вот здесь вот, где растет мох. А здесь не растет такая трава. И все. Остальные везде, все дорожки, они зарастают. Катя мне кричит, что здесь на грядке с огурцами грибы. Не с огурцами, рядом. А ну-ка покажи. А, ну это несъедобные грибы. Да, это. Их не надо трогать, пускай они там себе растут. Итак, вот про междурядье. Вроде бы мы думали, что снизу линолеум, а сверху известковый камень, не будет расти трава. Но все равно она растет. Я вообще прихожу к выводу, что вот эти вот все дорожки, которые мы в интернете видим красивые, и всякого рода любые разные дорожки, они все равно зарастают 3 года. Что делать? Я так надеялась, что-нибудь вообще, что ли, пленкой сверху застелить и все, чтобы вообще ничего не росло. Еще и на дорожке кучу времени надо тратить, чтобы их чистить. Я тут на дальнем участке не была где-то неделю, наверное, чуть больше, а здесь картофель весь высох, я имею в виду ботву. Как мы ее теперь искать будем? Ну, зато урожай картофеля вроде хороший. Надо будет найти сухие дни, когда нету дождя, и выкопать его полностью, потому что, ну, смысл, вот он уже весь высох. Как-то в этом году у нас картошка поспела гораздо быстрее. Я, конечно, не уверена, что весь этот лук поместится в это ведро, но мы попробуем. Угу. Давай туда их. Ну, есть такие хорошие экземплярчики. Это, кстати, я напомню, что это я выращивала из семян. Там, где у меня был этот лук Red Baron, он маленький получился, а Exhibition нормальный. Ну, в смысле, он бывает больше размерами, где-то, по-моему, я видела, люди показывают, и килограмм, по-моему, вырастают. Ну, первый год вроде нормально. Выкапываем его. Лука получилось достаточно приличное количество. И вот это, по-моему, самая большая луковка, да, Соня, или есть еще больше там? Это самая большая. Самая большая. Ну, я так думаю, грамм на 300 она тянет. Да и маленькие тоже приличные размеры. Ну да, это тоже большая. И видишь, ее уже пора было выкапывать, потому что вот эти вот верхние уже гниют. Ну, конечно, столько дождя у нас. В общем, для Оливье нам еще нужна морковка. Катя говорит, это морковка для меня. Так просто другую выкопать и все. Я же тебе не говорю, эту отдай мне. Наши морковки же в этом году много. Детям захотелось морковки, они пришли, собрали. Точно так же с огурцами. У нас до сих пор очень много огурцов. Я постоянно бегу, туда перепрыгиваю, помидоры ем, огурцы, горох. Кстати, помидоры, сейчас пойду вам покажу их. Горох уже, по-моему, у нас почти все, грядка уже все, что говорится. Где здесь Катя помидоры находит? Здесь все заросло. Все заросло. А, ну вот, понятно. Здесь вот если спуститься по траву, здесь достаточно спеленькие и, наверное, вкусненькие помидоры. Надо их все собрать, а то могут испортиться. Ну, хорошие такие помидоры, я вам скажу. Хоть и в зарослях. У меня, кстати, здесь где-то еще перест растет. Ну, вы поняли, какой огородник я в этом году, да? Где-то здесь, в этих зарослях, растет помидор. А вполне возможно... Еще и перец. Ну, хорошо, что он растет там. Я пришла, сорвала и пошла дальше. Катя, говорю, выкопай мне большую морковку. Она говорит, значит, говорит, надо туда идти. Катя знает все места. У тебя есть там специальное место? Да. Ну, давай. А помидоры и правда вкусные. Очень-очень вкусные. На солнышке спелые, конечно же. Не получается? Ну, все там осталось, понятно. Давай попробуем другую. Ну, вот я нашла морковку среднего размера. Я думаю, ее будет мне на Оливье достаточно абсолютно. Ну, и немножечко пройдусь по теплице. Покажу вам, как у меня здесь дела обстоят. Баклажаны растут очень даже замечательно. Я их на днях буду срывать и делать заготовки на зиму. Ну, и поесть я баклажанчик тоже очень люблю. Перец растет, он даже спеет кое-где. Ну, допустим, вот этот вот начал он краснеть. И вот там дальше тоже есть они. Так,
где вот эти вот тоже уже такие бурые становятся. Наверное, будут красного цвета. И вот этот вот тоже. Кстати, перец перестал портиться. Помните, была гниль на кончиках перца? Называлась вершинная гниль. Все, ее больше нету. Этот куст, который гнил, вот здесь вот он был. Я его выкопала, выдрала вместе с корнем и выкинула. Ну и нормально, все остальные перчики себя нормально чувствуют. Никто не болеет. И размеры, кстати, у перца с моей руки просто большие. Наверное, надо мне вот эти вот листья убрать, да, у перца, чтобы они тоже побыстрее спели. Вот это тоже уже бурый. Тоже начнет скоро краснеть. Ну, наверное, сначала желтеть, потом краснеть. Ну и помидоры мои всякие разные спеют. Вот эти вот еще не до конца поспели, но они такие вкусные. Потому что вот один тоже съела. Всякие разные у меня здесь помидоры. Всякие разные. Надо будет еще пройтись и еще убрать у них ботву, потому что когда убираешь, ну, она быстро испеет. Я думаю, это вы без меня хорошо знаете. Вот всякие разные. Я несколько дней буду оставаться дома, но настройка Тёма пойдет, мне там особо и делать будет нечего, и займусь закатками и огородом. Надо везде все убрать, все грядки, какие надо выкопать, какие оставить, везде все прокосить, потому что заросло опять. Ну и потихонечку, вот так вот к осени готовиться, надо там клубнику высаживать свежую. Ну, в общем, дела деревенские. Ну и малина спеет. То, что вот сейчас есть солнце, она очень сладкая. Вот здесь ее уже кто-то ест. А здесь вот она очень даже вкусная и сладенькая. И много завязи у нее. Прямо я так понимаю, что будет много малины. И скорее всего мы наедимся. Пирогов испечем. Если получится заморозить, будет хорошо. Не получится, ничего страшного. Мы лесную купили и заморозили. Кстати, посмотрите, какие у нее... Посмотрите, какие у нее размеры. Достаточно крупная малина. А все почему? Потому что мы ее хорошо удобряем. Там у нас, видите, вот в междурядье, вот сюда мы скидываем всю траву. Плохую, хорошую, какую есть, всю сюда скидываем. Ой, я там что заметила. Ну вот эта вот малина вообще гигант. Видите, какие размеры большие? Ну они вот прям очень большие. И здесь вот малина спелая. Вы сюда что ли уже пару дней не ходили? Ее здесь... Я с вами постоянно говорила, с вами пойдем малину есть, она не идет. Так иди посмотри, здесь вот она крупная, вот сюда вот посмотри, какая она большая. Там есть маленькая и очень сладкая. Да. Так что приходите сюда почаще. Давайте, когда малина поспеет, еще пирог сделаем. Я тоже самое и говорила, что малина поспеет. Мы и пирогов, наверное, напечем. И заморозим. Очень они вкусные получаются. Не поспела? Нет, поспела, я имею в виду еще. Вот здесь же много зеленых. Видишь, сколько? Прям много. Поэтому вот. Вон прям картина маслом. Достаточно много малины здесь. Нам, кстати, часто пишут, что запустили вы свой огород и себя тоже. С этим я не могу не согласиться, потому что действительно все запущено в этом году, и мы сами себя запустили. Надеюсь, что так больше не будет, потому что дом уже, считай, почти под крышей, и особо там волноваться мы не будем. Отделку будем делать постепенно, но быстро. Ой, ладно. Я и подстригусь, и покрашусь, и все будет нормально. Спасибо всем, кто переживает за нас. Все хорошо, просто сильно были заняты в этом году. Все, уже домой пора. Я думал, больше сделаю, но здесь нужно как минимум два человека, чтобы один подносил гибкую черепицу, а второй наверху подбивал. Я уже второй ряд закончил, и со второго ряда, скорее всего, там на крыше намного проще уже будет. Но как раз-таки пачки нужно закидывать вверх. Нужно делать конвейер, и вот один передает, другой там поднимает и прибивает. Домой надо, домой. Я уже вернулся с работы, и с каждым днем все темнеет раньше, и холоднее становится уже. Утром в 7 было 10, сейчас, наверное, около 15 градусов. Валя в своей знаменитой желтой куртке. Мы животных уже приводим домой. Потому что уже осень надвигается, уже холодно становится. Да. Тело надо в тепле держать. Еще раз? Тело надо в тепле держать. Вот именно! О, ромашка там сзади, я сразу такой...
Ты такая за спиной прям стоит, представляешь? Кстати, по поводу ромашки. Ромашка у нас сильно похудела, ей нужно теперь спецпитание. Она не может пережевывать, у нее плохо с пищеварением, поэтому мы ей даем только запаренный комбикорм, зерно, картошку варим и даем. Я не знаю, как она зиму будет, она просто траву есть не может. Сено тем более. А? Ну, траву-то она сейчас ест, сено ты имеешь в виду? Сено не сможет есть, а траву только мягенькую, зелененькую ест. Она не может есть корки, как она до этого ела. Ну, вот арбузные, дыни там и так далее. Бедняга. Бедняга, да, старенькая вот такая вот. Привет, Семен Семенович. Как у тебя дела? А? Чего говоришь? Все хорошо? Ну, ладно. Завтра зайду. Вы что там нашли в ведре? А? Чего они там залезли прям внутрь? Какая-то очередь вдруг. Эй, ты чего? Смотри, буянь всех выгнала, я сама залезла. Цыплята уже в блинчурку поместились, причем сами. А вы что это? Друзья, у вас в избушке прохладно стало, что ли? Цыплюшек надо убирать, потому что они там свои бабочки прямо в кормушку... Ну надо курям уже, пускай там живут. Ну будут по первое время, потом что теперь делать? Если они здесь устроились, над кормушкой и коз. Эй, петух молодой, давай как-то организованно завтра курятник. Ага, тебе говорю. Все? Что говоришь? Видишь, вон ту рыженькую цыпленку, у нее стрелки на глазах. Она накрашенная. Накрашенная? Да. Видишь, она девочка, курица. Вон там два петуха белых. Да, я видел. Одинаковые.